Я приветствую на канале GhostClap, и мы дождались открытия сервера. Моего личного сервера создаем сессию. Видим кота Рейнбо. Мы создали сессию. Продолжаем. И единого кота. Ребят, что мы достали? Сессион игроков. Так, снаб игроков. Вот такое название сессии. Ну, я так примерно скажу. Автоподключение этого к сессии. Подключение к интернету. IP, понимаем. Короче говоря, начать. Ребят, запомните, пожалуйста, сервер будет у меня вот такой сервер. Пожалуйста, запомните, я подожду. Запомнили, я вам его перепишу. Начать идет включение. И мы видим сейчас начало открытия сервера. То есть вы будете... То есть, ребят, вы будете короче говоря, вы сможете заходить в клуб любое время. Я вас не буду ругать, даже если вы там что-то начудите. Короче говоря, вы поняли, я потом уточню в описании под видео название моего сервера. Абсолютно без мода, без пароля. Абсолютно. Без пароля, без модов. То есть сразу вас сделаю управляющим фирмой, видим. Все, мы уже в игре, видите. То есть... присоединиться к фирме, можно редактировать, подтвердить. Видите? Я пока администратор, и, ребят, поэтому смотрите, ребят, не прогорите в первый же день. Все-таки правила поведения на стримах, надеюсь, я не буду висеть, как надо вести. Да, поэтому... поэтому давайте сейчас сделаем первый проект. Чуть в настройках мы пороемся, как там торможение, задержка, расход топлива, как-то грязь, дорожное движение в кыл. Окно справки мы можем выключить. Видите, можно писать в чате. И, конечно же, Дискорд мой будет в этом. В видео я выложу мой Дискорд, конечно же. Давайте я настрою настройки. Это как ферма 15. Давайте сделаем все-таки вот так 100%. Громкость интерфейсов.
Метры площадь. Погружение в сказки. Сейчас, ребят, ну, короче... Короче, ребят, у меня сервер уже открыт. То есть... Вы можете в него в любую секунду заходить. Только мне, пожалуйста, в дискорде пишите. И можно будет вам на сервер заходить. То есть помогать мне. Конечно, я комбайн сразу у себя хороший, не мозовский. Да, надо будет мозг сразу... Сразу видите, я абсолютно честный, играю без модов. Видите, полностью без модов на своих полностью. Я хочу, чтобы рули вот так. Сейчас, ребят. Ну, короче, ребят, вы уже поняли, что сервер уже открыт, и он теперь будет уже открыт до следующего месяца. То есть в следующем месяце у меня уже новый сервер открывается, да, ребята. И я уже не буду вас приглашать в клуб, поэтому не задерживайтесь. Сейчас мы сразу проверим. Мой сервер. Фу. Тяжелая была работа. Далее, ребята, я вам сразу говорю, что на этом участке у нас будет... Немного другое, немного вообще, видите, Google Company даже отключил не то, что, ребят, там.
Ребят, видите, не то, что там Global Company даже отключил, капец. Ох. Да, ну. И сразу вам говорю, вот этот вот участок, что вот там, мы продаем вот этот участок, 19-е поле, за, вот, да, продать. Плюс, видите, вот этот мы, может, когда-то продадим. Видите, у нас немного денежек, и все-таки у нас еще есть кредит. Да, сейчас давайте мы уйдем с сессии, сохранить игру и быстренько выйдем из сессии. Далее войти в сессию. Вот этот сервер, как всегда. Все игроки. Russian. Ravenport. 200. Сейчас, как я там называл? Ravenport, Ravenport, 234, Port, а 10823. Рэшину 16 без пароля, с паролем, да. Короче, у вас может высветиться вот такая иконка перед вашим, перед вашими глазами, что, ну, что есть мой сервер. Вот, вы просто на него входите, дайте вам покажу. Вот просто, только вы через войти в сессию. Входите, модификации у меня вообще, видите, все отключены. Даже если я некоторые включила, сразу снять выделение, продолжим. Вот сервер 234. Вот название сессии, подключение к интернету, 16 игроков. И сразу же начать. И вот вы видите вот этот вот сервер. То есть очень все просто, ребят. Надеюсь, правила поведения на стримах вам не надо повторять. И надеюсь, что вы все сумеете зайти. Да, наверное, на следующей неделе я так точно буду играть. Ну и сделаем сейчас заключительную серию по Фельбруну. На этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи, пока-пока!